Сегодня, в преддверии чемпионата мира, D-Sports Agency начинает серию репортажей, в которых наши сотрудники будут делиться с вами ожиданиями, впечатлениями и комментариями от хода Мундиаля. Добрый день, уважаемые друзья! В этом году мировой Мундиаль проходит в Бразилии, родине яркого солнца, песчаных пляжей Копакабаны, ярких впечатлений, музыки, драйва, великолепных красивых людей и в то же время известных бразильских звезд. Надеемся, что под звуки бразильской ламбады и песен и кричалок российских болельщиков наша сборная тоже покажет яркую и искрометную игру на этом мировом форуме. Чемпионат мира давно не проходил на южноамериканском континенте. И надеемся, что в этом году у нас порадует великолепными футбольными комбинациями, голами и вообще зрелищной игрой. Если говорить более предметно, то фаворитами чемпионата являются, естественно, сборная Бразилии и сборная Аргентины. Среди европейских команд, конечно же, Бундесманшафт, Фурия Роха и Сквадра Азура, а также некоторые другие теневые фавориты, наш давнишний обидчик, сборная Бельгии, возможно, сборная Швейцарии и в меньшей степени сборная Англии. Надеемся, что наша дружина не затеряется среди этих команд. Без сомнения, мы уповаем на тренерский гений Фабио Капелло, за плечами которого находится огромный опыт международных встреч на таком уровне. От имени всей дружной команды D-Sports я хочу поздравить всех наших клиентов, всех наших партнеров и просто любителей футбола с началом этого грандиозного события – чемпионата мира по футболу в Бразилии. Пожелаем нам всем и в первую очередь нашей сборной удачи. Россия, вперед!